Всем привет! На днях сыграл со своим подписчиком, и получилась очень забавная история. У моего напарника заглючил компьютер на половине катки, и почти что половина игры он пытался его починить. И как назло, появилось очень-очень много противников вокруг. И что из этого вышло, вы уже увидите в этом ролике. Вот. А если тебе понравится этот ролик, обязательно поставь лайк. Я буду тебе очень благодарен, если ты оставишь абсолютно любой комментарий под этим видео. Это помогает мне продвинуть мои ролики в рекомендации, чтобы как можно больше людей смогло его увидеть. Приятного просмотра! Кто-то сзади летел. Хорош. Ну это клип по-любому. Вот еще есть. Давно таких мувов не было. Я на поезд. Там есть тот, да? Тут он и. Там кто-то был. Ну его золотая. В конце. Одного нокнул. В самом конце. Хорош. Дал броню. Я покажу. Хорошо, очень даже. Сейчас долтаю. Забавно. Двое здесь на крыше. Вижу одного. А, спрыгнули? Внизу уже, короче, грубо говоря, сейчас будет. Понял. Один наверху, все тут. Один наверху. Или нет? Хорош. Внутри, в будке. Сзади, у меня чел приближается. Угу. Ай, патрон нету. Убил обоих? Ну, один был, да. Он только приземлился, походу, да? Оп, шуйку, шуйку. Дал броню ему, крякнул. Блин. Поднимаюсь. Я за пластинами. Вот не знаю, стоит ли подниматься, конечно. Может, там двое. Ну, я этот. Давай, слушай, я подойду к тебе. Лифт свободен? Лучший. Чувака, походу, автонаводка. А, выкупили на магазин наш. Да, чел, он прилетел. Противник высаживается в районе операции. Отменяю. Нокнул. Его друг в двери. Подними. Нормально. А, будет в будке в этой по центру поднимать сейчас. Можешь спускаться сразу. Кушать. Ай, хорош. Да, просто едь прямо и все. Сейчас на тебя забайтятся. Они на кого-то забайтили другого. А, оба нокнуты. Капец, я не видел их. Тут посылка с броней. А, прикинь, типа три раза, короче, вдарил. Слева, слева грузик. Две стежки сможем кинуть быстро?
рокнул в телеге у него. Поехали. Поехали, поехали. Я залагал, езжай один. Мне... Он его скинул, лол. Кого-то тут все убиваю. Я понял, что-то вообще проблема же. Меня нокнули. С последнего дома. Я быстро отбегаю. Так, секунду, сейчас засяду, проверю, что происходило. Ну, это у тебя уже, потому что мне не лагает. Да я понял, сейчас, секунду. Уже сзади херачат. Там тачка приехала у нас дома. И по ним. Теперь я понял, откуда. ПКшника непонятно. Ты тут? Капец, просто кореш АПКшит. Так-то бы селфреш надо купить. Угу. Это было предсказуемо. Кого-то убили уже. Я тут. У меня походу кабель пережат был.
Ты тут? Чик, слева надо закрыть, бежи. На магазин. На, проходить как-то. Снизу у нас справа есть. Вижу. Дать еще и сверху есть. Не знаю, как с верхними бороться. Сверху остались. Двое. Не знаю, я им дам, наверное. Здесь вот такая тема. Че, видишь хоть одного? Да, нокнул одного слева. Здесь. Вот здесь вот я нокнул его. А слева один, да, еще? Справа. Нет, они вроде оба направо уходили. Ну, надо идти. Проходить. Да, вижу, здесь. И у меня есть. Поднимает. Все. Хорош. Отлично. Да, блин, тут пока разбирался, я что-то понять не могу. У меня... Ты пока разбирался, я там капец что устроил. Ну, это ютуб. Это по-любому ютуб. Хорошо, я тоже сейчас пойду. Ну я в инстаграм, короче, лучшие моменты, допустим, там по полторы, по две минуты, и в инстаграм заливаю. Понял. Блин, нормальный счет. Но если ты мне заплатишь, это катки не попадет на ютуб. Да нет, нормально, нормально все. Наоборот, класс. Ну ладненько, го за ночь. Летели.